Добрый вечер, я диспетчер. Вам не нужен секс на вечер? Что делать, если FIFA 22 не видит через Bluetooth ваш геймпад? Или же определяет ваш игровой манипулятор некорректно? Например, как у меня. Геймпад от Xbox Series X определялся как от плойки, и поэтому, собственно, через Bluetooth он не работал. Как это исправить, я расскажу в этом видео. Данное видео для тех, у кого проблемы с подключением беспроводным способом игровых манипуляторов. Если у вас Origin, то зайдите в ваш Steam, далее «Игры», что сверху, затем «Добавить стороннюю игру в мою библиотеку». Ищите FIFA, жмете на нее и «Добавить выбранные». Как вы видите, я это сделал, поэтому я не обманываю вас. И затем запускаете игру через Steam. Также можете зайти во вкладку Steam, настройки, контроллер и выбирайте ваш геймпад и настраивайте его, если у вас от PlayStation или же от Xbox. Вуаля, все готово, до свидания.